Приветствую всех зрителей канала «Правильный выбор». Ассортимент представленных на рынке стиральных машин поражает своим многообразием. Эти устройства постоянно совершенствуются и получают новые возможности. Например, существует огромное количество моделей стиральных машин с сушкой, что очень удобно, так как после стирки не придется ждать, когда белье высохнет, чтобы погладить его. В этом видео я расскажу вам о 7 лучших стиральных машинах, которые имеют функцию сушки, а также оставлю в описании ссылки, перейдя по которым вы сможете сравнить их стоимость в различных интернет-магазинах. Ну а перед тем, как я начну, напомню вам, что на канале «Правильный выбор» вы найдете много полезных обзоров и топов различных устройств, которые помогут вам определиться с покупкой. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. Также вы можете поддержать канал своими лайками и комментариями. Итак, не будем тратить время понапрасну. Устраивайтесь поудобнее, а я расскажу вам о лучших стиральных машинах с сушкой. Поехали! Первая героиня нашего топа LG F2 V5HG0W. Она имеет стандартные для стиральных машин габариты. Глубина 45,5, ширина 60, а высота 85 см, поэтому не займет много места в доме. При этом такая машина позволит за раз стирать до 7 кг белья, а сушить до 4 кг. Функционал данного устройства представлен 14 автоматическими программами для разных типов тканей, включая деликатную стирку, программы для детских вещей и изделий из шерсти, ускоренную и гипоаллергенную программу и даже бесшумную стирку. А еще в этой машине применяется интеллектуальная система определения типа ткани, которая способна распознавать не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость, с точностью подбирая оптимальный алгоритм для стирки. Также у этого устройства есть масса дополнительных функций, например, обработка паром, таймер, очистка барабана, блокировка панели управления, чтобы дети не смогли нажать на кнопки и многое другое. Помимо вместительности и функционала, данная модель примечательно тем, что ее барабан имеет 6 вариантов вращения, что положительно сказывается на эффективности отстирывания даже въевшихся загрязнений. А еще эта стиральная машина имеет защиту от протечек и долговечный инверторный мотор. Также стоит отметить, что управление такой машиной может осуществляться не только с панели на ее корпусе, но и через смартфон. В общем, это отличная многофункциональная модель, которая сможет удовлетворить запросы большинства пользователей. Продолжает наш топ еще одна представительница LG стиральная машина F1296CD-S3. Ее глубина составляет 44 см. Максимальная загрузка при стирке 6 кг, а в режиме сушки 3 кг. И что самое интересное, предусмотрено 4 программы сушки. Стандартная, деликатная, эко для экономии воды и электроэнергии, а также программа для глажки, благодаря которой будет меньше складок. Ну а для стирки вещей у этой машины предусмотрено 13 программ и множество полезных опций. Например, обработка паром, которая избавит одежду и белье от бактерий и аллергенов, или функцию очистки барабана. Кстати, барабан у этой стиральной машины имеет 6 вариантов движения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья. Из других достоинств этого устройства стоит отметить низкий уровень шума при работе, а также надежность и долговечность, которые обеспечиваются за счет того, что мотор этой стиральной машины крепится напрямую к барабану. Таким образом, система прямого привода не имеет своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора. Также стоит отметить, что производитель дает 10-летнюю гарантию на мотор, так что можете быть уверены, что такая стиральная машина прослужит долго. Ну а если возникнут какие-то неполадки, то можно будет воспользоваться функцией самодиагностики. Далее в нашем топе идет Haier HWD80B14686. Эта стиральная машина станет отличным вариантом для большой семьи, ведь за один цикл она способна стирать до 8 кг белья, а в режиме сушки максимальная загрузка у нее достигает 5 кг. Что касается функционала, то данная машина имеет набор из 16 программ для стирки для разных типов тканей и одежды, включая деликатную и быструю стирки, а также полезные функции, как таймер, контроль пены и автоматическую чистку манжет и дверцы. Кроме того, в нем предусмотрена обработка паром, которая придаст вещам свежесть, а также избавит их от аллергенов и бактерий. Из других особенностей этого устройства стоит отметить, что в нем установлен инверторный мотор с прямым приводом Direct Motion, который монтируется прямо на вал барабана. Такая конструкция обеспечивает долговечность прибора за счет снижения износа подвижных деталей и снижения уровня шума и вибраций. Также стоит отметить, что эта стиральная машина оборудована удобной панелью управления с возможностью блокировки отключения
детьми. В общем, если вам нужна вместительная и многофункциональная стиральная машина, которая позволит еще и высушить вещи, то стоит обратить внимание на эту модель. А узнать ее стоимость, а также стоимость других участниц этого топа, как я уже говорил, можно будет на сайтах, ссылки на которые вы найдете в описании. Стиральная машина LG AI DD F4 V5 VG0W также станет отличным вариантом для большой семьи, так как рассчитана на максимальную загрузку до 9 кг в режиме стирки, а сушить в ней можно будет за раз до 5 кг белья. Что касается функционала, то данное устройство предлагает несколько вариантов сушки, которую пользователи смогут установить, исходя из своих потребностей. Стандартная, бережная или легкая сушка для удобной глажки. А для стирки у этой машины предусмотрено 14 автоматических программ. Кроме того, в память стиральной машины заложена база данных из 20 тысяч возможных сочетаний тканей, и предусмотренная в ней интеллектуальная система определения типа тканей позволит подобрать оптимальные параметры стирки для каждого типа белья. Из других особенностей этой стиральной машины стоит отметить, что она может проводить обработку паром, который удаляет вирусы, бактерии и до 99,9% бытовых аллергенов. Заботьтесь о здоровье вашей семьи. Что касается управления, то несмотря на довольно широкий функционал, все довольно просто и интуитивно понятный интерфейс позволит быстро разобраться во всех настройках устройства. Также стоит отметить, что данная модель оснащена технологией LG ThinQ, которая позволит управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества. Еще одна представительница LG в топе лучших стиральных машин с сушкой – модель F2T5 HG2S. Она имеет корпус серого цвета и при довольно скромных размерах рассчитана на максимальную загрузку в 7 кг в режиме стирки и до 4 кг белья в режиме сушки. Из достоинств этой модели стоит отметить интеллектуальную систему определения ткани AIDD. Она умеет распознавать вес и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость, с точностью подбирая оптимальный алгоритм стирки, чтобы эффективно отстирывать даже засохшие пятна, при этом экономя воду и электроэнергию. Кроме того, пользователям будет предложено 14 программ стирки. Возможность устанавливать старт работы, температуру, скорость отжима, воспользоваться функцией полоскания или режим бесшумной стирки, а также выбрать одну из 4 программ сушки и многое другое. Несмотря на широкий функционал, настройка стиральной машины легкая благодаря панели управления с интуитивно понятным интерфейсом. Кроме того, данная модель поддерживает удаленное управление через приложение на смартфоне. Из других достоинств этой стиральной машины стоит отметить, что она оснащена долговечным инверторным двигателем, на который производитель дает гарантию 10 лет. Также в ней есть защита от протечек, контроль пенообразования, контроль дисбаланса для снижения уровня шума и вибраций, а также блокировка панели управления, чтобы дети случайно не сбили настройки работы машины. Продолжает наш топ Electrolux Perfect Care 700 EW7W3R68SI. Это встраиваемая стиральная машина, примечательная тихой работой и большим барабаном, который рассчитан на загрузку в 8 кг при стирке и 4 кг в режиме сушки белья. Ключевой особенностью данной модели является система Dual Care. Она определяет степень загрязнения и взвешивает белье перед стиркой, подбирая оптимальные настройки температуры, времени работы и вращения барабана. Благодаря этому ткань быстро очищается от стойких загрязнений, сохраняя неизменную фактуру и насыщенный цвет. Функционал устройства огромен и предлагает большое количество программ и дополнительных опций. Среди них стоит отметить программу Non-Stop 60 минут. Это быстрый и эффективный цикл стирки и сушки малых загрузок всего за час. Также стоит отметить программу Steam Care, которая восстанавливает одежду с помощью пара, уменьшая складки и минимизируя необходимость глажки. Также есть программы для стирки изделий из шерсти, удаления аллергенов и бактерий, несколько режимов сушки и многое другое. Устройство имеет интуитивно понятный интерфейс и большой информативный дисплей. В общем, если вам нужна встраиваемая стиральная машина, рассчитанная на большую загрузку и широким функционалом, то рекомендую обратить внимание на эту модель. Завершает наш топ стиральная машина Haier HWD80BP14959A. Ее барабан позволяет за один цикл стирать до 8 кг белья, а сушить до 5 кг. При этом глубина такой стиральной машины составляет всего 45 см, так что она не займет много места. Что касается функционала, то в арсенале данной модели предусмотрено 12 программ, включая как самые необходимые для стирки вещей из хлопка и синтетики, так и для стирки постельного белья, детских вещей и изделий из
из шерсти. Также есть программа быстрой стирки для слабо загрязненного белья и режим добавления пара во время стирки для обеспечения гигиены, удаления аллергенов, бактерий и запахов. Из достоинств этой стиральной машины стоит отметить, что она сама определяет степень загрузки и оптимизирует процесс, используя нужный объем воды, и рассчитывает подходящее для великолепного результата время стирки, что позволит экономить на расходе воды и электроэнергии. Также она примечательна антибактериальной обработкой манжеты люка и лотка для стирального порошка, благодаря чему в них не развиваются плесень и грибок. А еще в ней установлен бесщеточный мотор, примечательный тихой работой и надежностью, на которой действует гарантия 12 лет. На этом у меня все. Напоминаю, что узнать стоимость этих стиральных машин вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые есть в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, и напишите в комментариях, какую из стиральных машин с сушкой вы бы купили себе домой. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео, и чтобы его не пропустить, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале «Правильный выбор».